С 8 по 10 октября в Сергиевом Посаде пройдет юбилейный 25-й фестиваль телекомпании «Подмосковья Братина». О том, как будет в этом году организован телемарафон, поговорили представители телекомпаний-участниц в Центральном доме журналиста. В нынешнем году «Братину» под свое крыло взяло Министерство культуры Российской Федерации, поэтому фестиваль будет иметь особую направленность. Все номинации так или иначе станут отражать традиции, народные промыслы, работу усадеб, музеев и библиотек региона. На встрече была представлена презентация творческого проекта. Это объединить усилия работников культуры, краеведов, журналистов и телевизионных и пишущих всех с целью сохранения культурного наследия. Наследие, самое для меня интересная вещь, это сохранение местной идентичности. Телекомпания «Видное ТВ» участвует в фестивале «Братина» с начала его создания. За 24 года были отправлены десятки работ, среди которых фильмы, репортажи, ролики. Журналисты «Видное ТВ» много раз становились обладателями призовых мест, а также главной награды «Чаши Братина» в различных номинациях. В нынешнем году телеканал также представит на фестиваль свои работы.